Менеджер Джейкобса прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. «Думаю, в тот вечер многие действительно будут удивлены. Я не только говорю о том, что Дэнни победит, но и о том, что он будет доминировать. Я думаю, что где-то в середине второго раунда Головкин и сам поймет, что оказался в ринге совершенно другим зверем. Думаю, в этот раз он откусил больше, чем сможет проживать. Не думаю, что люди отдают должное Дэнни. Они говорят о том, что он поборол рак, но забывают о его боксерских качествах. У него 32 победы и 29 нокаутов. Он один из самых сильных панчеров в среднем дивизионе за последние 25 лет. Геннадий тоже, поэтому я считаю, что этот бой завершится нокаутом. Это тот бой, который нельзя пропустить. Лучший бой года», — сказал Каннолли. Напомним, бой Головкин-Джейкоб состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Баду Джек и Джеймс Дегейл прокомментировали свое выступление, которое закончилось в ничью. «Думаю, что я был лучше и выиграл бой. Я уверенно закончил поединок, отправив Джеймса на настил ринга. А тот нокдаун, в котором я побывал, то была флешка. Я выиграл бой, а он лишь убегал и бил много по защите. Сейчас настало время перейти в полутяжелый вес. Давай устроим реванш в полутяже», — заявил Баду Джек. «Отношусь с большим уважением к Джеку, но я выиграл этот бой. Думаю, я был лучше, я был более точен, а когда я побывал в нокдауне, это было скорее от разбалансированности. Уважаю его, он универсальный боец. Давай устроим повторный бой в Лондоне», — заявил Джеймс Дегейл. Мэнни Пакьяо заявил, что может провести еще 3 или 4 поединка до завершения карьеры. «Думаю, что могу провести еще 3 или 4 поединка. Это может занять 2 года. У меня нет вредных привычек, я ничем не злоупотребляю. Я не принимаю алкоголь, не пью даже безалкогольные коктейли. Я не люблю есть жирную пищу и не ем свинину. Я очень дисциплинирован. Бокс – моя страсть. Я чувствую себя сильным и чувствую, что еще могу сражаться на самом высоком уровне. Так почему мне не продолжить боксировать? Что касается моего будущего соперника, то я не принял решение по этому поводу. Я еще ничего не обсуждал с Бобом Арумом», – сказал Пакьяо. Геннадий Головкин прокомментировал прошедший поединок между Баду Джеком и Джеймсом Дегейлом. «Я не согласен с судейским решением. Баду Джек, ты победил в этом поединке», – сказал Геннадий. Также этот бой прокомментировал Флойд Мейвезер. «Это несправедливое решение. Никто не знает бокс лучше, чем я. Я уважаю Джеймса Дегейла, он хороший боец, но Баду Джек выиграл. Это плохое решение судей», – заявил Мейвезер. Это были самые важные новости бокса на канале Boxing News.